Алло, наша ваша, господа, товарищи, комрады и подписчики. Учебный канал Ретро Ява, Георгий Трифонов, мое почтение. Ну вот, смотрите, ставим жирную точку. Последняя прокачка, юбилейка Людвиг. Последняя прокачка. Просто для души. Ну, очень просто для души. Мотоцикл прокачанный полностью. Вот она как выглядит. Юбилейка Людвиг. Вот она. Цилиндр я заменил, поршневую заменил. И мотоцикл поменялся день и ночь. Я, кстати, забыл добавить про коленвал, что здесь развал шатунов было 2 сотки. Развал шатунов 2 сотки. Поршня Алмит. Балансировка. Свечи НГК стоят. Да, НГК свечи стоят. Денсу у меня что-то под рукой не было. НГК поставил. Ну, вроде как неплохо бегает. Вот. С мотором тут все просто огонь. Вот она, юбилейка Людвиг. Ну, этот мотоцикл настолько прокачанный. Чего тут только нет на нем. Установил багажник. Хромированный багажник. Так называемый южный. И старушачье стекло. Ну, вот оно. Как все это выглядит. Кронштейны нужно было переделывать, перегибать. Новые хомуты. Эти болты тоже доработаны. Все 4. Усиленные. Эти вот пластмассовые. Все, они усиленные, все 4. Потому что резьба отламывается. Сейчас резьба уже не отломается. Тут все красиво. Вот она, юбилейка. Людвиг. Просто для души. Ну вот поворотники пришлось ложить вниз. Есть вариант ложить вверх, но тогда по глазам лупит конкретно. Особенно вечером, ночью. Вот я их опустил вниз. Тут только ехать. Я проехал уже 100 километров. Еще раз 100 километров проехал. На спидометре 134. Ну, 34 было на старых цилиндрах. Но вот ставник я еще проехал. Получил массу удовольствия. Так, еще по сиденье. Сиденье я сам обтягивал. Кожу я брал в магазине. Кожа хорошая, мне понравилась. Надпись Ява. Сидуха на нем. Основание усилено, доработано. Все полностью доработано, усилено. Мочалочка тоже доработана. И сам обтягивал. Ну, вот так вот красиво получилось. Вот он, багажничек. Багажник. Он красивый, красивый, но мозг он мне вынес. Точно так же, как переднее стекло. Переднее стекло тоже мне мозг вынесло. Когда устанавливать стекло не по модели, я об этом даже думать не хочу. Старушачье стекло. Но я его сюда заманил. Заманил я сюда это стекло. Вот она. Юбилейка Людвиг. Ну тут только ехай. Только ехай. Заменил колодки на передних тормозах. Не понравились мне колодки. Я установил непользованные чехословацкие. Полностью непользованные чехословацкие установил. Да, совсем по-другому стало работать. Совсем по-другому. У меня передние были пользованы в очень хорошем состоянии, но походу две разные пары, а их нужно ставить только парами, чтобы был полноценный тормоз. Вот установил новые, то есть не пользованные чехословацкие, и все, заработало красиво. Переднее стекло пользованное, я вижу, что пользовано, но в хорошем состоянии. Зеркало, какой-то умник зеркало покрасил. Я начал его крутить, и шарнир отломался. Он там присох внутри шарнира, и все, отломался. Но эти зеркала не дефицит, они продаются, так что установить можно, если нужно, но здесь не нужно. Ну куда, два зеркала есть, ну зачем там это белое клеймо такое? А сюда что-нибудь, не знаю, прикрутить какую-нибудь фишку можно для красоты. Вот нержавейка хомуты. Все это дорабатывалось, эти углы все перегибали. Ой, я как вспомню. Тут тоже нержавеечка, все вот. Красиво получилось. Ну, скажем, сейчас надежно. Надежно получилось. Так.
Ну что, надо завести, чтобы поставить жирную точку. Юбилейка, Людвиг, просто для души. Ну, очень прокачанный мотоцикл. Думаю, что такая юбилеечка, наверное, ну, в Прибалтике, наверное, будет единственная такая. Прокачанная очень сильно, доработанная и прокачанная. Прокачка, это значит, ну вот, всякие доработки. Кстати, вот задние дуги, они тоже здесь как бы не должны. И я брал вот старые модели, вот старые, они толстые. Вот они установлены, перехром, и установлены толстые дуги. И точно так же с этой же стороны вот тут нужно было вваривать втулку сюда, чтобы установить. Вот установил. Вот она. Юбилейка. Людвиг. Огонь. Прокачанный мотоцикл. С багажником пришлось помучиться. Даже вспоминать не хочу. Так, пробуем. Пробуем заводиться. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Хватит. И пробуем. Прокачаем. И заводимся. Вот так вот. Как мне нравятся хорошие вещи. Надо повернем руль, чтобы повороты увеличились. Я так специально трос натягиваю, чтобы на холостом ходу были бы побольше обороты. Ну, про синхрон можно не говорить, тут просто красота. Мало надо для радости. Ну просто шепчет. Так. Не, ну выхлоп, конечно, просто. Ух. Синхрон огонь. Ну вот, еще одна красавица выходит из моих стапелей. Просто огонь. Юбилейка Людвиг. Просто для души. Просто для души. Но очень прокачанный мотоцикл. Ну очень. Вот только ехай. Ехай и радуйся. Вот она. Вот она, юбилеечка. Как мне нравится хорошая вещь. А самое главное, как мало нам для радости. Как мало надо для радости. Ну, как-то так. Все произошло. Наконец-то этот тяжелый проект я закончил. Ну, очень тяжелый. Он реально был настолько тяжелый, что прямо аж вот вспоминать не хочется, насколько он был тяжелым. Так что сейчас он будет бороздить по дорогам Прибалтики и радовать владельца. Ну, как-то так. Не ищите причину, ищите возможность. Возможность может принести только серьезные обстоятельства, а не диванная причина. Пишите, звоните. Я доступен. Я доступен абсолютно для всех. Кроме тех, кто попытался мне нахамить или нагадить. От таких особо одаренных людей я целенаправленно сама удаляюсь. Как-то так. Как говорится, здесь рождаются легенды. Я не вайкер.
Я мотоциклист. Ретро Ява. Учебный канал. Георгий Трифонов. Во. Работаем дальше.